Всем привет, меня зовут Ольга Бьяна. Сегодня я покажу вам укрепляющие упражнения для проработки мышц ног, которые мы будем выполнять вместе с гантелями. Несколько упражнений, которые будут выполняться друг за другом, не останавливаясь в несколько подходов. Отдых будет между подходами до восстановления пульса и дыхания. Первое упражнение – наклоны с гантелями на полупрямых ногах. Исходное положение – стоя в руках у гантели. На вдохе делаем наклон вперед, отводим таз назад, чуть сгибаем колени. На выдохе возвращаемся назад. Здесь у нас в основном работает нижняя часть спины, ягодицы, задняя поверхность бедра и, естественно, разгибатели мышц спины. Приседания. На вдохе отводим таз назад, сгибаем колени, на выдохе поднимаемся вверх. Следим за дыханием. Пятки не отрываются от пола, колени за носки не выходят. Выполняем от 12 до 20 повторений. Выпады. На вдохе делаем широкий выпад вперед правой ногой и садимся как можно ниже. На выдохе возвращаемся назад. Повторяем на другую ногу. Следите за тем, чтобы колено передней ноги не выходило за уровень носка. Делаем от 10 до 15 повторений на каждую ногу. Наклоны с гантелями на прямых ногах. Похоже на первое упражнение, но здесь мы держим ноги ровнее и ниже наклоняемся вперед. Самое главное не расслаблять спину и не допускать ее округления. Выполняем от 12 до 20 раз.